Так, ну что, дела идут, да, похоже. Посмотрим сейчас на лес, который запланирован под вырубку. Ну ладно, пойдем просто прямо по этой тропе, посмотрим деревья. Там вот видно тоже сухие кроны. И вот перед нами впереди тоже сухие кроны деревьев. В каком состоянии. Ну хорошо, пойдем дальше, посмотрим, что там. Раз уж мы здесь оказались ненароком, да? Ну там вот дальше видно желтые кроны. То есть не было такого количества желтых крон у этого леса. И не было вот таких вот пустот между деревьями. Да, лес был плотный, более плотный, чем сейчас. Люди ходят здесь и не понимают, что здесь можно делать. Ну чисто, здесь чисто. В принципе чисто, ничего не скажешь. Воздух хороший. Тут тоже пустоты, да, видны. Хотя пеньков нет. А вот там вот пеньки уже есть. Вот сейчас я посмотрю. Вот там вот видно, видно ли? Вот там вот пеньки торчат. Примерно по колено высотой. Одни деревья уже доходные, другие видно, да, по цвету, что они не зеленые, не насыщенно зеленого цвета, а такого, ну, коричневого, ну, сухого, сухие деревья. Ну, видно еще сухое дерево. То есть если пройтись, так посмотреть, то их много здесь. То есть можно уже несколько десятков посчитать их. Видно вот по кронам. Вот это дерево. Да? Ну ладно, так мы досконально по лесу ходить не будем. Выискивать деревья сухие. Считать там один, два. Пробуем подняться квадрокоптером. Посмотреть сверху. Там вот желтые деревья видны. Вот там тоже. Ну то есть, может быть, на камеру это не очень так хорошо видно, но просто можно поверить мне, что я вижу здесь сухие деревья, и они здесь не одиночные случаи. В общем, вот там вот еще видно впереди. Вот там вот видно сухие такие кроны. Вот сухое дерево. А кому это нужно, да? Вот видно, что ствол, да? Пошабашил. Так, ну ладно. Тоже мы выходим за край этого, на окраину этого леса. Вот тоже видно деревья, смотри, сухие. На другой, здесь вот дорога проходит. Улица Академика Павлова. Нет, улица Героев Труда. Дерево тоже сухое. В общем, там трамваи ходят. И по другую сторону дороги этой, там тоже лес подобный. Надо будет как-нибудь туда сходить. Вот сухое дерево. И посмотреть, какой там расклад. Сколько там сухих деревьев. Какое состояние леса там. Ну, сейчас мы поднимемся квадрокоптером, посмотрим сверху. Сверху более наглядно, конечно. И вот там вот слева мы видим, да, сухие деревья. Прямо по курсу, вот там. Цвета. Конечно, можно утверждать, что это типа, это естественно, это нормально. Здесь ничего не скажешь. И вот впереди мы видим сухие деревья. Это часть леса, которая впереди нас. В более приличном состоянии. Ну ладно, здесь вот молодняк растет. Не знаю, что с ним будет. А соответственно, можно предположить, догадаться можно. Если лес, если этот весь участок запланирован под застройку, то все ясно. Ладно, сейчас через пару минут поднимемся квадрокоптером. Сверху посмотрим.